Привет, друзья. Такая тема. Имеется маковский аккумулятор на 7800 мАч. Необходимо установить светильник. Нужно немножко подзарядить. Долго ломал себе голову, как это сделать. А потом случайно вспомнил, что у меня есть вот такое замечательное устройство. Есть на эту тему даже видео, если кому интересно. Видео называется «Зарядное устройство Nightcore F2 в скобочках токарка». Кому интересно, можете посмотреть процесс изготовления. Значит, имеется к этому устройству вот такие переходнички. Сейчас мы подключимся. Синий минус. Красный плюс. Так, стоп. Кончики немножко окислились, да? Долго лежали, долго не использовал. Мы их просто протрем вот так вот, чтобы заблестели. Вставим минус. Вставим плюс. Это мы подключим вот здесь. А где здесь плюс? Минус. Вот плюс, вот минус. Плюс. И это минус. И есть такое дело. Даже не знаю, зачем я снимаю это видео. Очевидно, чтобы поднять просмотры моего замечательного канала. Это у нас зарядничек Nightcore. Пимбочка загорелась, значит, заряд пошел. А на сегодня все. Ставим пальцы. Всем пока.